Мастерская Дэна открыла свои двери опять. А моторчик вот в той лодочке впереди стоит. Так вот, вчера же ты тоже ремонтировал, да, мотор? Вчера. Нет, позавчера. В общем, жить в принципе можно, если вы умеете ремонтировать моторы и у вас есть Гоша или его аналог, который будет как парламентер ездить и предлагать услуги папы-механика. А в прошлый раз такой же был, да? Да, один в один. Это... Ну что ж, вот вообще нельзя запускать эти двигатели без воды совершенно. Вот такая вот штука происходит. Лодочного мотора Денису показалось мало, и он поехал к ним на лодку что-то отпиливать. Не знаю, видно вам будет или нет. Обалденное решение. Это... Ты выходишь просто. That's amazing. Amazing. Это... And it's a... Okay. Вот эти окошки открываются. Да, то есть крыша лодочка, и они закрываются. The window is open. That's amazing. Yes. Awesome. She was very interested about to do this. Yeah. I don't like it very much. Take a seat, please, and drink something. What do you like to drink? You told that this boat was built in the Caribbean. Yes. In totally modified or totally built? No, totally built. You totally built on the Martinique. But we put new things here. We change things. How long do you own this boat? It's built in 2001. Ah. So 2001. Let me this. Ah, okay. You maybe can reply then. You can go, madam. Yeah, thank you. Yes. Очень круто, вообще просто обалденно. Да. Это the 360 views. It's just amazing. And problem to hide from the sun. Maybe. Yes, no? You can open the doors that are closed. It's the toilets. You can see the toilets. Thank you. One is automatic and one is manual. Круто? Очень круто, слушай. Наверху только пространство вот это вот добавляет. The cabin? The toilet, the toilet, and the cabin, and the front cabin. И внутри получается три каюты такие, вместительных довольно таки. Расскажи, что ли? У меня нет слов, просто очень круто. Носовая большая каюта весьма. Несмотря на то, что там она лодка. How many feet? The feet, how many meters? 37. 37? Yes. It's a good size. Yeah. Okay, I will take a picture of the. Very good boat. Thank you. What kids are doing on the nose? Пожалуйста. Спасибо.
We're making a lot of videos about different boats, so we're making a blog on the Russian for the Russian people, so they can watch how it's going in the world, because not many Russian. And then he worked with people from Petersburg. St. Petersburg. Yes. Люмор. По крыше можно ходить. How is it going? Inside? Not fitting. And you can't open the old one, but it doesn't fit into the existing one. I'm making the overview of the boat. We have a YouTube blog for the Russian people, so they can watch many different boats, because. Some of them have a problem with the traveling. Yeah, everywhere. And, this is a very unique boat. We have to picture it. Дюфор? Что? Вот это? Да, потому что здесь мотор. Wow. I can fix it here. Here? Okay. Yeah, there's one here. Yeah, I see. I see. We can shut it. Can change. Сегодня разбирал очередной мотор, и ему в качестве спасибо и оплаты труда. Там не получилось его починить. Ну да, не получилось починить, но получилось съездить, посмотреть очень необычную лодку. Мы такую вообще ни разу еще не видели. Это что-то какое-то чудо-чудное. Чудо-чудное, диво-дивное. Я не могу говорить, потому что там мужик с голой жопой стоит на корме лодки. Он в кадре, да? Нет, он не в кадре, но я его вижу. Все, замотался, говори. Фух. Так вот, что тебе как бы в качестве презента и оплаты труда нынче? Вообще это тебе дали. Yes? Да. Дали, короче, свежепойманный тунец. Сегодня в 5 утра мы шли из Барселоны на Ибицу, и они поймали по дороге туну. Туну, да, 25 килограмм, и нам дали кусочки туны, короче. А она, кстати, еще не сильно замороженная, так что ее можно прямо сейчас пожарить. А Джордж-то very happy вообще. Нет, ты сними, как она сейчас происходила. Привет. Не ну, надо. Рассказывай, что как было. Что как было? Понравилась лодка? Очень понравилась. Чем угощали? Я пойду прямо сейчас сделаю. Орешками. А еще чем? Тунца нам дали в подарок. Твои глаза вылезли за пределы объектива. Have a good trip. Bye bye. Bye bye. Спасибо. О. Добрый день. Добрый день. Да.
вот они сейчас будут парус поднимать против ветра, ну что за ерунда? Класс. Класс.